Владивосток, 14 марта 2023 года. Двенадцатого марта был снег, ну и вот весь город в сугробах. Здесь вот в данный момент мужичок убирает снег. Там вон на крышах сосульки и снег. Здесь территория огражденная ленточкой. Опасно сейчас ходить возле домов. Сегодня в городе солнечная погода. Ну, в принципе, тепло. Там с крыш свисает снег.
здесь большие кучи снега. Опять сгребли со всей набережной. Лед уже сошел, но вот отдельные льдины видны. Там впереди работает снегоуборочная техника. Прозвучал полуденный выстрел. 12 часов во Владивостоке. И звучит мелодия по долинам и по взгорьям. Здесь вот работает трактор. Сгребают в кучу снег. Такая вот ситуация в центре города, так скажем.
Там наверху музей Владивостокская крепость, по ступенькам туда наверх. Там спорткомплекс Олимпиец находится. О. Здесь такой вот тигр, он сделан из железок, которые выловили, ну, здесь где-то в море. Всякие тут детали. Весна, весна. Мужичок провалился в снег. Шатка. Спорткомплекс Олимпиец. Здесь вот на столбе закреплены медальки такие вот на тему марафона. 5 километров, 21 километр. Здесь их много. Почему-то 42. А, вот 42 есть километра. Столб. Марафон проходит в сентябре обычно. Galaxy марафон. От второй речки и, ну, в сторону центра лед уже сошел.